спонсор нашего выступления – коллекторское агентство «Ирония». Доля иронии в каждой шутке. Человек, который хотя бы отчасти не юморист, лишь отчасти человек, сказал кто-то из великих и был абсолютно прав. Без юмора не обойдется оптимист порой в самых серьезных ситуациях. Весенний кубок КВН собрал на одной сцене как раз таких ребят – талантливых, артистичных, уместно ироничных, интеллектуально подкованных, умеющих тонко подмечать обыденные, но знакомые всем ситуации. Согласитесь, это не каждому дано. Но даже за простой импровизацией мозговые штурмы и огромная работа. Кому как не им хорошо известно, каких трудов стоит качественная шутка. Местные такие мини-заседания, по 3 часа, по 4 сидим с ребятами, пишем шутки. Может быть такое даже, что вы один день написали, второй день читаете, это уже что-то некрасиво, юмор — это сложная вещь. Прозвучит странно для простого обывателя, но это действительно так. Зрители весеннего кубка КВН смогли убедиться. Юмор – вещь тонкая, но брестские школьники и студенты отлично справлялись с задачей, веселили и задавали тон мероприятию. Нет повода скучать, в подъездах тут чистота. Наверное, все потому, что мэр с нашего двора. В игре школьной лиги КВН показали себя 6 команд, 2 из которых представляли вузы Бреста. Школьники наравне со студентами юморили в разминке и фристайле. Уровень выступлений всех участников оказался высоким. Есть ряд критериев оценки. Это и артистичность, это и манера подачи, это и актерский уровень. Здесь очень много критериев. И уровень шутки. Он обязательно смотрится на это. Шутка не должна быть пошлой, но шутка должна быть смешной. Подросткам очень интересно шутить. А шутить правильно, красиво – это сложная задача. Организаторами традиционной лиги КВН выступают Центр дополнительного образования детей и молодежи совместно с объединением БРСМ. Инициативу подростков в направлении КВН не поддержать не представляется возможным. Благодаря ему ребята могут раскрыть творческий потенциал, набраться опыта публичных выступлений, подточить юмор и, что немаловажно, обогатиться новыми знаниями в разных областях. Остроумен тот, кто шутит со вкусом, и пусть эти ребята пока в процессе, в поиске себя, курс выбран правильно, а значит, перспектива отличная.